Наверное, мало кто всерьез рассчитывал на успех украинской команды. «Газпром Югра» пока слишком сильный соперник. Однако в первом тайме хозяева площадки показали, что могут играть не хуже. На гол испанского легионера югорчан Хуана Эмилио ухтинцы ответили двумя. Отличились воспитанники местной школы Антон Рудых и Александр Кузьминых. Кузьминых, шикарная передача от Рудых, шикарный розыгрыш, заброс от голкипера. Спустя 4 минуты все тот же Хуан Эмилио делает счет равным, и, казалось, встреча вполне может завершиться ничейным результатом, что для Ухты тоже большой успех. Но за 3 минуты до конца матча судья фиксирует игру рукой во вратарской, выписывает Евгению Мишарину красную карточку и назначает ворота ухтинцев 6-метровые. Шанцев сейчас пробил Нанда. Команда Ухта сегодня супер играла и в обороне, и вот так убежали. Доставляли нам проблем, особенно во втором тайме. Ну, все сыграло на нас сегодня. Замена вратаря на 5-го полевого, как последний шанс зацепиться за ничью, безуспешно. Мало того, за несколько секунд до финальной сирены гости забивают 4-й мяч, уже в пустые ворота. Отличился голкипер югорчан Звиат Купатадзе. Очень обидно проигрывать такие игры. Мы отдали все силы. И все-таки «Газпром» есть «Газпром». Они свои моменты реализовывают. Команда очень сильная. Но могли зацепить хотя бы очко. Но не получилось, не вышло. И вот именно это обидно. Хотели порадовать близких и болельщиков. Повторная встреча команд оказалась боевой лишь в первом тайме. На 4 гола югорчан ухтинцы ответили двумя, авторами которых стали Андрей Бастриков и Антон Рудых. Ни моральных сил, ни физики на второй тайм уже не оставалось. Тренер ухтинцев выпустил молодежь, и гости забили еще 6 безответных мячей. 10-2. Более чем уверенная победа Югры. Второй тайм вообще хочу вычеркнуть из жизни, из своей команды. Попросил забыть по первому тайму мне. И, конечно, за такой счет извиниться перед болельщиками. Наверное, мы такого счета не заслуживали. Благодаря 6 очкам в 2 выездных матчах «Газпром Югра» закрепился на 1-м месте в турнирной таблице Суперлиги России. А вот Ухта осталась на последнем. Следующие матчи с клубом «Динамо Самара» ухтинцы проведут на домашней площадке 7 и 8 февраля. Алексей Корчма, телеканал «Юрган», Ухта.